Пиу-пиу, ребят, Ёж на связи. Хоу, новый видос подъезжает. Сегодня покажу, как спрятать шкаф за торговым автоматом. Способ прикольный, интересный, в принципе, очень простый. Вот смотрите, я уже это сделал и покажу, что все работает. В общем, переворачиваем вот таким вот способом торговый автомат. И теперь смотрите, я должен найти шкаф. Шкаф у меня стоит за торговым автоматом внутри вот этого небольшого здания, в общем, в треугольнике. И теперь смотрите, вот он, через такую небольшую щелку я могу добраться до шкафа. Вот он, я его нашел. И теперь спокойно могу туда ресурсы свои спрятать. Бам, готово. И теперь переверну торговый автомат, и теперь доступа у меня к шкафу нету. Чтобы добраться до шкафа, нужно разрушить, конечно, торговый автомат. Я улучшил до камня дверной прием, можно до железа. Если до железа, придется и торговый автомат разрушать, либо разрушать дверной прием из железа. И теперь смотрите, оп, перевернул, и снова доступ у меня, и я могу изи-пизи достать оттуда ресурсы. Вот так вот. Давайте сломаем теперь вот так вот. Все сломаю, покажу, как стоит. Вот он шкаф, собственно говоря. Если у всех стоит, то это нормально. Вот так вот, будете жить еще. Вот, теперь переворачиваю торговый автомат. Оп-оп-оп, все работает. И теперь, смотрите, снова проверяю. Вот, доступ есть, скидываю ресурсы. Все покажу, чтобы все работало. Чтобы все поняли, для тех, кто в танке тоже. Все поймут. Вот теперь ставлю без проблем стену, ничего мне не мешает. И теперь самое интересное, как же это сделать? Да сделать вообще легкотня. Запоминайте расположение, как что стоит. Шкаф и торговый автомат, больше от вас ничего не требуется. Легкотня, сейчас покажу, как делать. Вот, в общем, треугольник. Треугольный фундамент, и на него я должен поставить шкаф. Таким вот способом шкаф я немного сдвигаю в правую сторону, чтобы он не ровно посередине стоял дверного проема, а немного сбоку, видите? Он сдвинут в правую сторону. Зачем я поставил дверной проем? Вот, только затем нужно ставить торговый автомат. Но торговый автомат я, собственно говоря, чуть-чуть немного влево сдвигаю и вставлю, чтобы щелка была. Вот таким вот способом. Теперь смотрите, у меня снова доступ есть. Вот он. Ну, самое сложное, это, конечно, найти доступ к шкафу. Если все правильно сделали, получится у вас прям быстро и легко. И вот ничего мне не мешает, я могу легко и просто закрыть, конечно, стены. Вообще легкотня. Можно закрытыми глазами сделать. Вот, в принципе, на этом все. Такой вот необычный и легкий способ. Может, кто-то его знает, но для тех, кто не знает, воспользуйтесь. Я думаю, это вам поможет в выживании. На этом все. С вами был Ёж, ребят. Такой видос. Пока. Бау!